Всем привет, с вами Димарик. Это специальное видео для Олега Леоненко. Он попросил меня снять это видео. И сейчас я вам покажу, как снимать, собственно, моторчик с оси от колеса. Да. Есть, наверное, даже три способа, как это делать. Либо давить вот на эти вот кнопочки, но не все моторчики этому поддаются. Поэтому большинство моторчиков поддаются только для того, чтобы их просто ломать. Что я сейчас и буду делать. Так. Так, после долгого мучения я все же снял моторчик. Такая проблема, даже не у многих, а у всех, то что остается такая шестеренка внутри, она стоит на таких зубчиках, на которых стоит колеса, и поэтому самому снять это практически невозможно. Единственный выход — это рвать их вот такими вот кусачками. Так, что я сейчас и буду делать. Вот наконец-то я снял его. Вот что от него осталось. Вот. В общем-то, и все. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал. Пока.